солнечной Бельгии. Сегодня здесь, 20 сентября, в центре, в сердце Европы, мы собрались в знак того, чтобы выразить нашу поддержку, солидарность мирным, дружелюбным людям разных народов Европы. В знак того, что мы против вооруженного решения геополитических вопросов. Мы за мир, взаимовыручку, взаимоподдержку между людьми. И с древних пор спорт является объединяющим, укрепляющим фактором сильных, здоровых людей. И поэтому мы своим личным примером призываем вас поддержать нас и продолжить наше дело в своих городах. Будьте здоровы, сильны и счастливы. Нужно понимать, что человек не может являться врагом человека. Всегда врагом является некая идеология, которая устанавливает людей друг против друга. Поэтому мы хотим показать, что истинная дружба между народами Европы, да и вообще народами, должна начинаться снизу, от простого общения человека с человеком. Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы показать, что русский народ, он против войны. Русский народ не хочет воевать. Но европейские СМИ часто выставляют Россию в негативном свете. Так вот, мы хотим показать наши акции, что мы против этого. Мы не хотим, чтобы европейское сообщество видело в России врага. Мы союзники, мы настроены очень позитивно, очень мирно. Мы за диалог между народами. Это достойно про альянс, откуда приехали, бережите Россию.